Два полицейских и собака, экипаж машины боевой. Совсем недавно они преодолели без малого 800 километров пути от Саратова до подмосковного Егорьевска, где прошел заключительный этап всероссийского конкурса профмастерства полицейских кинологов. И вернулись обратно с победой, с заслуженным серебром. Серебряная медаль, второе место на пьедестале почета. В упорной борьбе его завоевал саратовец Ильвар Мергалиев, старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы Главного управления МВД России по Саратовской области. У меня как бы честь участвовать в таких мероприятиях. Показал, на что способен. Собака показала себя во всей красе. На базе филиала Ростовской школы служебного собаководства в Подмосковье за звание «Лучшие по профессии» в этом году боролись 72 кинолога из разных российских регионов. Программа конкурса – это серия традиционных полицейских испытаний. Служебная и правовая подготовка, огневая – с теорией за партой и стрельбой в тире, физическая – с демонстрацией боевых приемов борьбы и выполнением нормативов по ФИЗО. И, конечно же, это умение работать с напарником – служебной собакой. У Ильвара и Гранда, такое аристократическое, под стать пародии имя носит его пес, взаимопонимание полное, буквально с полуслова. Гранд – бельгийская овчарка Малинуа. Знатоки говорят, что собаки этой породы, хотя и общительны, но привязываются только к тем, кому проникнутся глубоким уважением. В этом дуэте уважение читается в каждом движении, а во взгляде и того больше видна любовь. И не корите за нежности, ведь любовь, то есть верность и преданность – самые лучшие спутники в любой дороге, в том числе и на пути к новым победам. Ольга Орлова, Анатолий Чернов с помощью коллег из Москвы и Егорьевска специально для дежурной части «Саратов».